В Доме культуры поселка Потанина прошел фестиваль «Делом славим наших дедов». Принять в нем участие мог любой желающий, вне зависимости от возраста. Основная задача, которую ставили перед собой организаторы – привлечь внимание к родному краю и увидеть прекрасное рядом. Участники предоставляли свои рисунки, свои фотографии, видео. Мы сделали из них видеоролики, чтобы показать, каким было Потанино, каким оно сейчас есть. И часть была, каким оно, мы бы хотели видеть. То есть мы помечтали, мы нарисовали то, чего пока нет. Были, конечно, там и заоблачные мечты, и более приземленные. Участники фантазировали как могли. Тем более, что мероприятие принципиально было лишено соревновательной части. Главным было проявить себя в творчестве, в рисунках или фотоработах. И будет небо синим до невозможности, и ясным горизонт, куда бы ты ни шел. Пусть задает нам жизнь задачи разной сложности. Если держаться вместе, все будет хорошо. Народу было не сильно много, потому что вот именно в таком формате «Нарисуй свое Потанино» не все, видимо, быстро подтянулись, но будет еще вторая часть, потому что рисунки, которые до 1 октября мы собирали, были собраны, потом еще пришли рисунки. То есть народ начинает подниматься, интересоваться, рисовать, творить, поэтому будет еще вторая часть. Следующий фестиваль организаторы планируют провести в День народного единства, 4 ноября. Работы будут приниматься весь октябрь.